Смотрите, какая красота выросла. Мультиколор, ацтекская многоцветная или цветная кукуруза. Это начало сентября в Подмосковье. Смотрите, какие громадные красавцы, просто початки здесь. И с разными вкраплениями просто. Здесь какая-то вот сиренево-вишневая. Вот это вообще прям блеск, как будто ее прям маслом отполировали. Темная, 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 темная. Это все какие-то в шахматном порядке зерна. Обалденно, с нее писать надо картины. Но, наверное, ни один художник, как природа, вот этих вот всех оттенков. Каждое зернышко с отдельным оттенком. Темнее, светлее, темнее, чуть светлее. А здесь, если взять вот это, да, посмотрите, видно будет, нет. Вот это вот вкрапинку зернышко, да. Вот вкрапинку зернышки. Здесь какая-то зелено-болотного цвета. Дальше потом опять вишневого, темно-сиреневого какого-то цвета. Как так нарисуешь? Здесь вот точно так же. Смотрите, какая. Вся прям набивная, прям вот один зерно к зерну, зерно к зерну. Это полностью вызревшее. Полностью вызревшее зерно на самих початках. И здесь тоже ни одного вот похожего на другое зернышко нет. Все разные. Все с какими-то небольшими, но оттенками. Вот здесь вообще какое-то розовое. Розово-пятнистое какое-то. Вот это вот. Разглядывать можно прям. Балдею от нее. Прям хоть картину пиши и на стенку вешай. Вот. С вами Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. Это цветная ацтекская кукуруза. Шикарная.